8 августа в 12:00 в актовом зале ЮРГУ Александр Шестаков ответит на вопросы абитуриентов и их родителей. Отправить вопрос ректору можно с 26 июля до 6 августа через Google форму на сайте, а также через официальные группы в социальных сетях университета. Вопросы будут озвучены на встрече. Мне кажется, что на эту встречу нужно приехать обязательно тем ребятам, которые иногородние, для того, чтобы посмотреть общежитие нашего студенческого городка, для того, чтобы встретиться с Людмилой Николаевной Задориной, директором студгородка, определить и увидеть, где они будут жить следующие как минимум 4 года. На этой встрече мы планируем очень большую экскурсионную программу и в спортивный комплекс Южноуральского государственного университета, в лаборатории университета. И, конечно же, мы хотим показать все те места, которые являются топовыми для наших студентов и для нас самих. Напомним, что предыдущий час с ректором проходил 10 июля. На нем Александр Шестаков рассказал о перспективах обучения в нашем университете, а также ответил на вопросы из зала.